Теперь, когда у нас есть «э» в закрытом слоге, мы можем с вами взять еще одно указательное прилагательное. Мы знаем «с». «С» заменяет артикль «л», то есть ставится перед существительными мужского жанра. И второе условие, что существительное должно начинаться на согласный звук. Например, «с стилю» – это ручка. А вот ластик, ин, гомма. Ластик женского жанра. Можно с определенным артиклем. Ла гомма. И к нему нужно другое указательное прилагательное. Оно выглядит вот так. Сет. Сет гомма. Этот ластик. Есть еще одно указательное прилагательное, которое имеет «э» в закрытом слоге. Вот так оно выглядит. Одна буква «т». Это указательное прилагательное для слов мужского жанра, но тех, которые начинаются на гласный звук. Например, «а-на-на». «Ананас». Ананас мужского жанра. Cet ananas. Этот ананас. Ce stylo. Cette gomme. Cet ananas.